В Тверской области выявлен новый случай коронавирусной инфекции. По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию пациентка госпитализирована. Состояние здоровья удовлетворительное. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с заболевшей. Всего на настоящее время в регионе подтверждены 5 случаев заболевания. Двое уже выздоровели и выписаны из больницы. 3 пациента на лечении. В связи с нерабочими днями в Тверскую область прибыли жители из других регионов. Гражданам из группы риска, вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим двухнедельной самоизоляции, решивших провести это время на дачах в Верхневолжье, необходимо сообщить об этом на горячую линию регионального министерства здравоохранения по телефону 8 800 333 93 72.